Вы для меня тоже вы просто никто. Понимаете, вы мусор, по сути. Это вы. Конкретный мусор. В Приморье управление Следственного комитета и МВД начали проверку в отношении своих сотрудниц, устроивших скандал в ресторане. Девушки оскорбляли охранников и грозили им задержанием из-за того, что те отказались впустить их в заведение. Инцидент произошел в городе Большой Камень. Дебош в заведении под названием «Малибу» устроили сестры-близнецы Виктория Исайкина и Наталья Зубрилина. Но я с тобой на «ты» буду разговаривать на «ты». Ты старше меня! Ты старше меня! Первая является начальником территориального отдела следственного управления СКР по региону, вторая возглавляет отделение экономической безопасности и противодействия коррупции Большекаминский. Охрана заведения не впустила сестер, сославшись на то, что они находятся в состоянии опьянения и ведут себя неадекватно. В ответ одна из них предъявила служебное удостоверение и попыталась надавить на охранников. «Какого ты сотрудника полиции не пустил? Вы мусор, по сути, конкретный мусор», — сказала сотрудница МВД. Затем она заявила, что приедет дежурка и разберется с несговорчивыми охранниками. Также она напирала на то, что совершенно вменяемо, но отправиться на медицинское освидетельствование отказалась. Видимо, сестры скоро лишатся своих должностей.